канале Тыковка ТВ. И сегодня буду снимать новое видео про драконов. Ура-ура! Да, все меня просили снять видео про драконов. И вот оно, видео про драконов. И сегодня я снимаю интересное видео, которое называется «Новогоднее путешествие». Ну что, ребята, поехали! Беззубик, ну улыбнись! Ведь уже скоро будет Новый год! Ура! Как я счастлива! Я тоже счастлив, но как-то немножко скучновато. Тебе это не кажется? Да нет, мы же почти всех пригласили. Мне лично весело. Ура, скоро будет Новый год. И, ну, со снегом завязочка, но, допустим, у нас и так много всего веселого. Ну, Бизбек, ну хоть чуть-чуть и улыбнись. Это же все же какой-никакой, ну, праздник. Да, праздник жутко интересный. Ты что, не любишь Новый год? Ну, я люблю, но не то чтобы сильно. Ха, поверь, Беззубик не очень любит праздники, это уж я точно знаю. Да? Ну, вообще-то он не очень их любит, потому что, ну, как сказать? Он просто обычно любил целыми днями, так скажем, летать с Икингом, поэтому он никогда как-то, ну, особливо не любил праздновать праздники. То есть ему было как-то все равно. Что? Что? Ну да, мне как-то все равно. Ну да, хорошо, праздник, ну праздник. Нет, это надо исправить. Давайте отправимся в какое-нибудь, может быть, путешествие. Путешествие? О, нет, я уже напутешествовался. Что? Путешествие? А мне кажется, путешествие — это хорошая идея. Вот. Отправимся в путешествие. Без Икинга и всех остальных. Что, без Икинга, без Астрид, без Смаркалы? Нет, я согласен с ними. Ну, Беззубик, ну пойми, у них свой праздник, у нас свой праздник. Нам, так скажем, будет весело без них. Что? Нет, тогда я не еду с вами. Или не лечу. Не знаю, что вы хотели. Да ладно тебе, Беззубик. Ну, не все время тебе сидеть дома или летать с Икингом. Надо же и с друзьями куда-нибудь отправиться. Ну, ладно, хорошо, уговорили. И куда мы отправимся? Я недавно такое прикольное место нашла, как раз хотела всем вам его показать. Ну, я согласен. Я тоже. Тогда полетели все за мной! Ой, боже мой. Да ладно, весело будет. Иху. Ура. Да. Вы что-то слышали? Да нет, вроде. Я тоже ничего не слышала. А, ну ладно. Вот оно, прикольное место. Что это такое? Мы под какой-то елкой. Ну да. Я вас как бы к ней и вела вообще-то. Что, серьезно? И это то, что ты хотела нам показать? То есть мы пролетели, я не знаю сколько, ради того, чтобы увидеть елку. Да ладно, Беззубик, не порти настроение всем. Я знаю, что это такое, я туда прыгну. Да ладно, клевоклык, не надо, все знают, что это такое, это мишура. Я все равно туда прыгну. Да, конечно. Что? Стоп, что? Где он? Ай, где он? Ой, ты мне себе хватит уже, А где он? В смысле? Что? Где он? Кривоклык! Дневная фурия! Беззубик! Громгель, да! Что? Ребята, это вы?
Что с вами произошло? Как я поняла, нормально осталась только одна я, да? Да, да, да. Сателька, сейчас не до тебя. Я сама не понимаю, что со мной происходит, но ведь я... Так, стоп, я ведь так раньше выглядела. Да, я так помню, раньше выглядела. Да и ты без зубов так не выглядел. Да, я тоже так выглядела раньше. А я тоже так раньше выглядела. Ну, я даже не буду говорить, вы сами поняли, что я скажу. Вопрос, что теперь с вами делать? Я не знаю. Постойте-ка. Стойте-ка. Что? Куда она? Не знаю, но мне интересно, я за ней. Стоп. Что? Что? Я тоже это слышу. Я тоже, походу. О, нет. Блин. Господи, только не это. Нет. А мне, может быть, кто-нибудь объяснит, что это за ваше нет. Может быть, кто-нибудь мне объяснит, что происходит? Понимаешь, просто до того, как я стал королем, короче говоря, если так скажем, мы сейчас принеслись в прошлое, как раз к тому моменту, как Безумин должен был стать королем, победив Смутьяна. Что? Вы что, хотите сказать, чтобы вернуться нам обратно, нам надо... Да, скорее всего, нам надо будет победить Смутьяна. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Край, слушай, это сделай без зубик. Я? Да я это один раз еле-еле сделал. Не уверен, что у меня получится второй раз это сделать. Да, ну у тебя же получилось, значит, ты, так скажем, у тебя все получится и второй раз. Что? Беззубик. Беззубик, что происходит? Где мы? Почему мы опять в том моменте, как ты победил Смутьяна? Что? И ты тоже вернулся в прошлое? Да, я спокойно отмечал Новый год, и здесь, как я понял, мы тут не одни. Ребята. О, привет. Ага, привет. Какой привет? Какого? Простите, мы опять оказались в прошлом. Опять в том моменте, когда Безумик побеждает Смутьяна. Честно говоря, мы сами не можем понять, как это произошло. Но зато теперь я второй раз, похоже, его буду побеждать. Удачи. Так, что-то интересное, поэтому я с вами вот здесь буду. Так, ну теперь зато... Я думаю, нам будет это проще сделать, поэтому у кого есть план... Понятно, ни у кого плана нет, поэтому я предлагаю... Ребята, что произошло? Как мы оказались опять в прошлом? А, ну понятно, значит, это еще не все. Так, теперь точно все здесь, как я поняла. Так, а что делаем? Так как я все же будущий, как я понял, король, то, ребята, все вы должны мне помочь. Ну, хоть и вижу, как ты стал королем. Да. Так вот, ребята, вы мне все должны помочь. А именно чем? Так как я буду сражаться со Смутьяном, вы должны мне помочь. Так, значит, Барс, Вепрь, Кривоклык, Сарделька и Громгильда, вы будете пытаться, так скажем, убедить других драконов встать на мою сторону, как это было в прошлый раз. Во-вторых, Дневная Фурия, Грозокрыл, Громобой и... Так, я всех назвал, не помню. Короче, вы втроем
попытайтесь его каким-то образом отвлечь, а именно дневная фурия. Ты сделаешься невидимой и будешь в него сбоку каким-то образом стрелять. Точнее, отвлекать его. Ну, а вы тоже будете его отвлекать. Поняли, поняли. Все, тогда за дело. Эй, ребята, идите сюда. Не слушайте этого глупца. Идемте. Эй, ребята, давайте к нам на нашу сторону, на сторону Беззубика. Ребят, ни одной, кажется, или нет? Да, что кажется, раньше он выглядел намного меньше. Ладно, Беззубик, мы как сможем поможем тебе, а ты... Да-да-да-да-да, понял, мне надо спасать всех и становиться королем. Да, удачи. Спасибо. Так, ну что, я защищу всех своих подданных. Понял, и... Нет. Беззубик. Беззубик. Кто здесь? Это я. Сейчас я сломаю эту штуку, а ты давай сражайся. Ну все, ты меня разозлил. Ясно, ты меня разозлил. Давайте, ребята, все стреляйте, и тогда мы, надеюсь, сможем его победить. Давайте. Давайте. У вас все получится. Ха-ха, ну что, нравится тебе? И последний удар. Кажется, у нас получилось. Ура! Да, Беззубик. Теперь я знаю, как ты стал королем. А? Что происходит? Я это снова я, ура, я это снова я, ура! А я это снова я, и я. О, вроде у нас все получилось, господи, как я рад. А теперь можно идти к Эйкингу, ура! Что? Мы же еще не попутешествовали. Знаете, у меня тоже, кажется, много дел, поэтому пока. Да, у меня тоже много дел накопилось. Вы прощайте. Грангильда, нет. Пойми, я очень занята. Пока. Да что ж такое-то? А ну-ка всем стоять. Ребята, хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать всем вам счастья, здоровья и всего самого лучшего в новом наступающем 2020 году. Желаю, чтобы все ваши мечты, все ваши желания сбылись, чтобы вы хорошо учились, чтобы у вас все было хорошо. И всем удачи, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока-пока. Пока. Жми на follow, лайки мне.